Вы меня слышите, друзья? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если меня хорошо слышно. Отлично, наконец-то. Всем добрый вечер. С вами Элина Ибрагимова. И сегодня мы с вами будем разговаривать про установки про деньги. Мне нужно громче говорить или качество звука достаточное для вас? Напишите в комментариях, я пока продолжу. Сегодня мы будем разговаривать о том, как сделать так, чтобы деньги были, чтобы они приходили легко и быстро, чтобы была свобода. Итак, друзья, возьмите, пожалуйста, ручки и листочек обязательно. И своим подписчикам на YouTube я хочу сказать следующее, что первоначально я планировала проводить этот вебинар исключительно для членов моей команды. Но затем я решила все-таки поделиться со всеми подписчиками моего канала YouTube этим вебинаром, потому что осознала одну вещь. Почему вообще я все это делаю для вас? Как для моей команды, так и для других людей. Потому что на самом деле я хочу жить в мире и быть окруженной успешными, здоровыми, богатыми людьми. А мое окружение есть вы, люди вокруг меня. И если я могу сделать что-то, что приблизит вас на шаг, на два, на три до вашей конечной цели, то мне бы хотелось это сделать. Единственное только один момент. Этот вебинар будет состоять из двух частей. Первая часть – это данная часть, и она будет выложена на YouTube. Вторая часть вебинара пройдет только для членов моей команды. Почему? Потому что там будут задействованы некоторые методики, на которых у других людей есть авторское право. Соответственно, я не имею права полностью выкладывать их в интернет. Но для тех, кто захочет к нам присоединиться, в нашу команду, вы всегда можете сделать это, найдя мои контакты внизу под видео. Но показать дорогу я вам могу, друзья, но если вы по ней не пройдете, если вы не приложите усилия и что-то по этому поводу не сделаете, ну, соответственно, ничего и не будет, потому что мы живем в материальном мире, и помимо того, что у нас есть какие-то духовное начало и так далее, и тому подобное, если мы не делаем действий, конкретных действий в этом материальном мире, то ничего у нас и не происходит. Как меня видно, кстати, я вот себя не очень хорошо вижу. Ну хорошо, давайте начинать, потому что у нас на самом деле очень много материала, а мне бы хотелось уложиться примерно в один час хотя бы. Возьмите, пожалуйста, ручку и бумагу, и те, кто присутствует вживую на вебинаре, сегодня, чтобы у нас с вами все прошло успешно, мне от вас нужно именно участие. Поэтому компьютеры поближе, ручку, бумагу поближе. Что мы записываем? Мы записываем некоторые моменты, которые я говорю, и мы будем записывать ваши установки на деньги. Соответственно, в конце этого вебинара вы должны на ваше домашнее задание уйти уже с достаточно большим списком своих установок на деньги. Чем больше будет ваш список, тем легче вам будет изменить свою жизнь, скажем так. Что это будет означать? Что просто вы сами с собой откровенны. Эти списки вам не нужно будет мне читать, не нужно будет мне присылать, не нужно будет никому показывать. Это материал для вас. Но участвовать в чате, когда я прошу что-то написать, что приходит вам в голову, обязательно, потому что, делясь своими мыслями, даже пусть это не те мысли, а что-то вы услышали по телевизору, вспомнили, или ваши вам друзья говорили, это все не важно. Если я прошу, вам пришло это в голову, пишите. Вы можете это помочь таким образом себе. Далее по ходу вебинара будет понятно, о чем я говорю. Вы также можете помочь своим, как сказать, другим членам нашей команды, которые присутствуют здесь и которые будут потом смотреть, и не наши команды, этот вебинар, потому что он, возможно, ваша фраза именно станет ключевой для человека. У него зажгется лампочка, он скажет: «О боже, точно, это же моя установка». Так, ответьте мне, пожалуйста, в чате сейчас первое. Кто посмотрел, как я просила, мой первый вебинар про деньги, который был, наверное, в марте месяце. Я просила на моем YouTube-канале посмотреть его. Кто это сделал?
Тут пишут, что задержка со звуком. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас тоже задержка со звуком или если все хорошо. Что примерно мы понимали, это проблема платформы или компьютера. Ну, видимо, ставят плюсики, значит, все-таки все хорошо со звуком. Тогда давайте продолжим. Итак, ставлю плюсики. Ставим плюсики. Те, кто посмотрел мой вебинар, первый про деньги. Жду плюсиков в чате, потому что мне нужно понимать, насколько подробно туда окунаться. Ну, понятно. Да, или минусы, кстати сказать, тоже хорошая идея. Хорошо, значит, для тех, кто смотрел, это будет большая подмога, потому что мы частично затронем материал того вебинара. Для тех, кто не смотрел, соответственно, ушки на макушке, слушаем и записываем. Смотрите, сразу скажу, что, возможно, именно этот вебинар вам потребуется пересмотреть 2 или 3 раза. Объясню почему. Наш мозг так устроен психологически, что когда мы сталкиваемся с какой-то информацией, при том самое интересное, что неважно, что она супер новая, то есть мы ее никогда не слышали, или все-таки где-то какие-то отголоски были, если эта информация подается именно в том ключе, именно вот в то правильное время, когда вы готовы, и если вы услышите, поймете и начнете действовать по этой информации, у вас действительно изменится жизнь. Наше подсознание играет с нами в такие игры, ну, я его называю наш мозг, да, чтобы как-то различать, потому что мозг – это явно не всегда наш друг, скажем так. Что у нас включается сопротивление? Как выражается сопротивление? Это агрессия на спикера, это сонливость, это скука, это зевота какая-то, трудно сосредоточиться и так далее. Если в течение этого вебинара вы найдете какие-то моменты в себе, просто возьмите на заметку, посмотрите его еще раз. Признаюсь честно, если я смотрю какие-то вебинары, которые я не сижу с ручкой, с бумагой и не конспектирую, я, как правило, если это важная для меня тема, пересматриваю его второй раз все равно. Потому что, опять-таки, наш мозг почему-то, в зависимости, вот я сейчас расскажу, что такое картина реальности, да, он выборочно слушает информацию. Для тех, кто посещал мои предыдущие вебинары, я рассказывала об эксперименте, который доказывает, ну, выборочную, скажем так, картину, которую строит в нашей голове нам, для нас наш мозг. Это проводились в Лондоне, да, гарвардские, либо в Гарварде, либо в Стэнфорде проводились опыты на психологическом факультете. Когда сидела полный кабинет студентов, там вместимость, как правило, там около 100 человек. И вдруг во время лекции забегает один человек, и второй человек, второй в него стреляет, первый умирает, ну, делает вид, что умирает, и так далее. Далее, в общем, набегают люди, все уводят, уносят, очищают сцену, лекция продолжается. После лекции заходят представители правоохранительных органов, якобы, начинают делать опрос студентов. 98, по-моему, если я правильно помню, в общем, практически 100% студентов показали и готовы были подтвердить свои показания в суде под присягой перед присяжными, что в руке у человека, который нападал, был пистолет, и он выстрелил. Выстрелил вдруг. Вру, но был нож. И он замахнулся и ударил, и, в общем, убил другого человека. Вы понимаете, люди готовы были подтвердить это под присягой, то есть сознательно отправить другого человека в пожизненное заключение. На самом деле в руке у человека был банан. Вот примерно таким образом наш мозг, кстати, вот мы тут, я как обычно, не по своим заметкам, да, от себя, но тем не менее, таким образом вот просто примерно картина нашей реальности, это совсем не то, что есть на самом деле. Но об этом чуть попозже. Давайте сначала я немножко расскажу, как мне пришла в голову в свое время идея вообще поговорить вот про деньги. Когда я впервые столкнулась с сетевым бизнесом, естественно, я купила продукт, получила по нему результат. И
Поскольку я была новичок и совершенно раньше не сталкивалась практически никогда в жизни с никаким сетевым бизнесом, соответственно, у меня не было предрассудков касательно этого бизнеса, то я просто открыла рот и начала рассказывать всем об этом. И через какое-то время я никак не могла понять, почему же люди меня не слышат. Не все, но многие. Почему отказываются, когда я им рассказываю о продуктах, когда я им рассказываю о своих собственных результатах, почему они не верят, почему они отказываются, и почему тем более они отказываются входить в бизнес, где безграничные возможности, которые зависят только от тебя, нет никакой входной платы практически, чтобы зайти, да, и организовать свой бизнес. Быстрая окупаемость тех денег, которые ты вложил, да, чтобы первоначально зайти в бизнес, и огроменный потенциал. Для меня это было просто непонятно. И вот тогда, начав размышлять на эту тему, да, советоваться со своими наставниками, многие из вас знают, что я работаю с некоторыми очень продвинутыми людьми в этой жизни, скажем так. Вот. И на самом деле, что, ну, не то, что мы выяснили, а просто поговорив об этом, что мы вспомнили, что человек может отказываться от самых очевидных, от самых классных предложений в его жизни. Он их может просто не замечать, потому что этого просто нет у человека в его карте реальности. Просто нет места для этого, нет места для этой возможности, нет места для чуда, нет места для любви, нет места для денег. Более того, нет места для легких денег, нет места для успеха в его возрасте и так далее и тому подобное. Наши убеждения формируют нашу карту реальности. Надеюсь, со мной никто не будет здесь спорить, что человек воспринимает мир через свою призму реальности. И что ни один человек, практически кроме самых просветленных людей этого мира, не видит мир таким, каким он есть. Кто-то хочет со мной в чате поспорить, напишите «я хочу». Если нет, то мы продолжим. Я думаю, что здесь все достаточно, я не скажу образованные, умудренные жизнью уже опытом люди, которые понимают, что мы не видим, мы видим исключительно мир, исходя из тех штор или из той призмы, из тех очков, которые на нас надеты. Соответственно, из чего же формируется наша призма восприятия? Ну, не нужно далеко ходить, чтобы понять, что она формируется из личного прошлого опыта. Также из того, что нам говорят наши значимые другие. Наши родители, учителя, наставники, друзья, знакомые. Наши убеждения формируют зомбоящик. Ну, для тех, кто впервые сталкивается с таким названием, зомбоящик – это телевизор. Путем запугивания, путем повторения одной и той же информации миллиарды раз, путем отупления людей. Наша призма восприятия, то есть наши убеждения. Давайте я больше не буду использовать выражение призма восприятия, а буду использовать выражение именно наши убеждения, а именно наши установки. Потому что наша установка – это то, что мы считаем фактом жизни. Наша установка, неважно по какой теме, это факт нашей реальности. Так, как со звуком? Поставьте плюсики, пожалуйста, потому что что-то в чате опять пишут, что что-то не то. Отлично. Так, для тех, кто также впервые смотрит вебинар, скажу, что вот этот шум на заднем плане – это мой фен в компьютере. Компьютер я скоро поменяю. Проблема в том, что у меня нет времени поехать в магазин Apple и купить себе новый компьютер. Поэтому как-то вот так. У меня даже нет времени провести для вас этот вебинар, если бы вы знали, как я к вам бежала. Ладно, дальше. В общем, наши установки – это факт нашей реальности. Это, в принципе, то, что мы считаем правдой жизни. И это формирует то, через что, как мы воспринимаем вообще реальность, что с нами происходит. Если в прошлом опыте человека не было успеха, не было чуда, не было каких-то возможностей, не было того, что приходили легкие деньги, дарились подарки, или с детства было запрещено хотеть, желать подарков, получать подарки, плюс еще все наши там значимые другие, да, наши родители, какие-нибудь наставники говорили: не высовывайся, куда ты лезешь, закатай губу,
Много хочешь, мало получишь. Траливали миллиард других установок, которые нам внушали с детства. Ну, и вырасти, повзрослев до взрослого возраста, как вы думаете, вот такой вот человек, он прям будет бежать навстречу каждой возможности, да? Особенно, которая включает в себя какие-то там другие технологии, с которыми он раньше не сталкивался, или что-то. Он прям будет открыт ко всему, открыт каждой встрече, каждому человеку, да? Если в детстве его хорошенечко попинали. Ну, конечно же, нет. Но сегодня мы поговорим только о деньгах, а в дальнейшем мы немножко расширим эту тему. Но поскольку мы с вами занимаемся бизнесом, нам важно, во-первых, осознать свои установки, то есть, боже, что мне мешает. И понимаете, вы и я также, мы даже не понимаем о том, что это нам мешает, пока мы действительно не столкнемся вот так лицом к лицу. И потом, вот так вот написав свой лист установок, мы его смотрим и думаем, о боже, какая же, как говорил один из людей, кого я глубоко уважаю, привет тебе, если ты меня посмотришь. Это просто хрень, которая непонятно как залетела к вам в голову. Это не факт вашей реальности, это не факт жизни, это не правда жизни, это просто хрень, которая непонятно как. Ну, понятно, как, да, там, одним из вышеперечисленных способов. Залетело к вам в голову, укоренилось там, и вы воспринимаете реальность, и с вами происходит то, исходя из того, что у вас в голове. Вот сейчас посмотрим. Возьмите ручку и бумагу, мы сделаем быстрое упражнение. Так, у меня на это упражнение 15 минут максимум, потому что у нас 15 предложений, которые мы будем писать, и максимум по минуту на каждое предложение. Поэтому, пожалуйста, пишите быстрее. Сейчас я попробую увеличить звук, который, в принципе, исходит из компьютера. Так. Скажите, пожалуйста, вот сейчас я говорю так же громко, но вам слышно лучше, потому что я увеличила микрофон до максимума. Дождем ответ. Слышно хорошо. Все, продолжаем. Итак, что мы делаем? Я вам говорю первую часть предложения. Вы записываете первую часть предложения. Потом я замолкаю, и вы дописываете окончание этого предложения, именно первое, что пришло к вам в голову. Не нужно думать, не нужно оценивать. Первая мысль, которая появилась, даже если она кажется полной бредовой, пишите. Не нужно переделывать и так далее. Если какой-то затык, вы не можете ничего дописать, оставьте. Возможно, вы допишете позже, пока мы будем делать следующие предложения. Возможно, вы не допишете. Рожать, используя свой мозг, не нужно. Нужно либо оставить пустым, либо у вас один или два может быть пустым. Скорее всего, у большинства из вас так и будет. Но цель наша – записать первое, что придет в голову, чтобы закончить предложение. Итак, например, я говорю, у светофора три света, красный, желтый и... Далее я замолкаю. Пока я произношу эту фразу, вы эту фразу записываете, потому что у вас в конце должно получиться 15 полноценных предложений. И когда я замолкаю, соответственно, вы дописываете фразу, потому что я говорю быстрее, чем вы пишете, да, и пишете первое, что приходит вам в голову. Давайте я возьму... Поскольку у нас сегодня ограничено время, я хочу вам дать другой материал еще. Я возьму сейчас, как он называется, диктофон, таймер, и буду по 20 секунд оставлять на каждое предложение. Итак, вы готовы? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы готовы. Листочек, ручку. И погнали. Первое предложение. Ставим циферку 1. Пишем. Изобилие бывает только у... Дописываем предложение. Заканчиваем его. Изобилие бывает только у... Все, пишем следующее. Второе, цифра 2. У кого много денег, тот.
у кого много денег, тот. Те из вас, кто смотрел мой первый вебинар, соответственно, я так полагаю, что у вас уже записаны эти предложения. Просто посидите с нами, дальше будет интереснее. Цифра 3. Третье предложение. В жизни человека главное. Пишем. В жизни человека главное. Не знаю, слышно вам или нет, у нас идет концерт в парке. Обожаю лето, когда можно открыть окна и слушать, как идет жизнь вокруг тебя. Итак, пишем следующее. Четвертое предложение. Чтобы многое иметь, нужно. Чтобы многое иметь, нужно. Пятое предложение. Подарки – это. Пятое предложение. Подарки – это. Шестое предложение. Я чувствую свою ценность, если. Шестое предложение. Я чувствую свою ценность, если. Седьмое предложение. Деньги в жизни. Деньги в жизни. И заканчиваем предложение. Восьмое предложение. Деньги нужны для. Деньги нужны для. Девятое предложение. У женщины деньги. У женщины деньги. Дописываем. Десятое предложение. Когда у женщины есть мужчина, то деньги. Десятое предложение. Когда у женщины есть мужчина, то деньги. Прошу прощения, у меня тут после отпуска в холодной Москве немножечко продуло. Как знаете, да, в том анекдоте, что иностранец возвращается к себе и говорит: «А, Россия странная страна, там две зимы, одна белая, другая зеленая».
Ну, вот как-то так. Итак, 11-е предложение. В моей семье деньги. В моей семье деньги. Хочу вам сказать сразу, что здесь нет правильного или неправильного. Здесь самое главное просто написать, просто продолжить. Неправильных ответов здесь нет, они все правильные. Двенадцатое предложение. Деньги и я. Деньги и я. Тринадцатое предложение. Я даю деньгам. Я даю деньгам. Четырнадцатое предложение. Я чувствую деньги, как? Я чувствую деньги, как? И 15-е, последнее предложение. Богатые люди. Богатые люди. И заканчиваем предложение. Ну что, у всех получилось? Напишите мне что-нибудь быстренько в комментариях, как бы как завершающий момент. Может быть, кто-то еще дописывает что-то, и мы двинемся дальше. Потому что самое интересное еще впереди. Все отлично. Друзья, я вас поздравляю. Перед вами ваши установки на деньги. Есть быстрее времени были ответы. Это отлично. Это означает всего лишь, что у вас очень хорошо утверждены установки. И это прекрасно. Потому что если вы точно знаете, что вы думаете по поводу всего, это означает, что вы точно знаете объем работы, с которым нужно поработать. И все. Итак, установки – это то, что мы считаем фактом нашей жизни. Установки – это то, смотрим, да, на свой список. Что мешает нам зарабатывать больше, иметь больше, просить больше, принимать больше, хотеть больше. Понимаете? В нашу жизнь приходит только то, что для нас нормально. И если деньги в жизни зло, а зло в жизни – это ненормально, это плохо, и поэтому наше подсознание будет делать все, чтобы защитить нас от этого плохого зла. И если для вас это нормально, зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц, то вы не будете зарабатывать миллион. Вы можете его хотеть, там, мечтать, 40 дней подряд читать аффирмации, там, делать еще какую-то лабуду, но... Ну, простите, у кого-то, может быть, это работает, но это немножко по-другому объясняется. И это работает у 1% людей. И просто это все зависит, опять-таки, от того, что у нас в голове. В общем, до тех пор, пока у вас, для вас миллион рублей в месяц не станет нормально, он у вас в жизни не появится. Как же так может произойти, что миллион рублей вдруг вот
было нормально 300 тысяч, да, а стал нормально миллион. Ну, например, гипотетическая ситуация, просто чтобы показать, что происходит. Кто-то оставляет вам наследство с условием, что вам будет выплачиваться эта огроменная сумма, не вся сразу, а 1 000 000 рублей в месяц. И в течение, допустим, года вам начинают выплачивать адвокаты 1 000 000 рублей в месяц. За год эта сумма станет для вас нормальной. И даже если случится что-то потом, рухнет фондовый рынок, адвокаты-гады сопрут все оставшиеся деньги и убегут, у вас вот здесь поменяется уже. И когда вы снова столкнетесь с реальностью, что нужно идти зарабатывать деньги, вы уже не будете зарабатывать 30 тысяч рублей. Если вы мне не верите, подождите, у нас впереди еще много упражнений, вы сами все увидите. И опять-таки, за этот год 1 000 000 для вас станет нормальным. Смотрите, какой интересный казус получается, что в нашу жизнь приходит только то, что является для нас нормальным, в то же время, что все, что приходит в нашу жизнь, оно становится для нас нормальным. Видите, как интересно устроен мир? Хорошо, давайте дальше, следующее упражнение. Все, друзья, собираемся, сейчас нужна активность, потому что вот сейчас мы будем выявлять дальнейшие ваши установки, и, соответственно, чем больше вы их себе запишете, только ваших истинных, то тем лучше вам потом будет, поверьте мне. Напишите мне, пожалуйста, в чате, какая максимальная сумма, которую вы держали в руках в своей жизни. Неважно, вы это заработали, супруг или супруга заработали, вы получили подарок, наследство, случайно перевозили, кто-то попросил передать деньги, украли, не знаю, сняли с банкомата для работодателя, несли в руках, и вот нужно было отдать. Неважно, максимальная сумма, которую вы держали в руках. Ну, в руках не обязательно фигурально, да, чтобы в руках держали, которая была на вашем счету какое-то время, вот так вот, чтобы... Ну, если в руках, то можно писать и в течение там нескольких часов вы держали их в руках. А если все-таки на вашем счету, то какое-то время, чтобы они казались вам, ну, вашими, что ли. Вот, 20 тысяч долларов. Кто-нибудь еще? 12 тысяч долларов. 15 тысяч долларов. 1 000 000 на тренинге. Классно. Вот, теперь делаем упражнение. Слушайте мой голос. Кто-то что-то еще пишет, я озвучу. Закройте глаза и представьте, что у вас 150 тысяч, отлично. И представьте, что у вас сумма в 10 раз больше. Именно с закрытыми глазами представьте себе эту сумму, что вот она просто у вас есть. И какая-то картинка к вам придет, то обязательно. Я подожду 20 секунд, а вы представьте, что у вас, ну, умножьте, увидьте эту цифру, то есть какая она в 10 раз больше, чем то, что вы максимально держали в руках. И представьте себе вот как-то вашу жизнь или что-то. Вот первая картинка, которая придет. Рожать и мучить, вымучивать ничего не нужно. Просто вот оно как пришло, пришло. Не пришло, значит, не пришло, вы мне об этом тоже скажете. 20 секунд. Хотя на самом деле для нашего мозга 20 секунд совершенно не нужны. Я специально сказала это. Фразу, чтобы вы поняли, что картинка приходит моментально. Вот теперь, пожалуйста, напишите мне те, у кого была классная картинка перед глазами, что вот вам дали условно сколько там, 10 миллионов, у вас вот они сейчас есть, все вот в вашей жизни, в вашем доме, на вашем счету. Вот у кого была классная картинка? Пишите, у меня. Друзья мои, вы там в мечтах, что ли, все? Как вы распорядитесь этой суммой? Вот, хочу сказать, что те, кто бывал раньше на разных тренингах, о них мы потом поговорим. Я сама ходок была раньше по тренингам, пока не осознала. Ну, в общем, поговорим об этом. Вот, теперь напишите, пожалуйста, у кого была не классная картинка совсем, когда они поняли, что у них будет денег в 10 раз больше. Вот, кто-то пишет у нас, что я еле держу эти деньги, как гору чего-то огромного и тяжелого.
Кто-то пишет, что вот я хочу, следующий мой был вопрос, вы меня немножко опередили. У кого вообще не было никакой картинки? Вот, ничего не было, картинка не сложилась. И так далее. Итак, теперь мой первый вопрос, который я бы хотела, чтобы вы о нем подумали. А откуда вы знаете, что у вас было бы все классно или было бы все не классно? Ну вот подумайте об этом. Это из разряда вопрос для тех, кто не верит, что у него есть подсознание, да, такое вот, которое быстро выдает. У нас мозг не функционирует быстро. У нас мозг может обрабатывать, и это научная информация, не верите, полазите в научный журнал. Только ту информацию, которая уже имелась в нашем опыте. Ту информацию, которая не имеется в нашем опыте, мы не воспринимаем или не видим. Тем не менее, с легкостью представить что-то мы можем. Здравствуй, подсознание. Для тех, кто не очень знаком с психологией, да, сознание у нас только 10%, а 90% того, что вот там творится и в нашей жизни, это наше подсознание. Итак, друзья мои, те, кто подумал, что у него будет все хорошо с этими деньгами, вы заблуждаетесь. Потому что если бы для вас было хорошо иметь эту сумму была бы в вашей жизни. Очень подробно, я вот, кстати, хочу немножко отвлечься и объяснить. Это достаточно большая тема, хоть и не безграничная, про деньги, про установки, как это все изменить. Мы об этом поговорим в ряде семинаров. Но сегодня я хочу вам дать общую картину. После того, как семинар закончится, я опубликую в нашей группе именно ссылки на два видео, и это будет вашим, в том числе, домашним заданием посмотреть эти два видео, потому что там спикер объясняет очень подробно все, о чем я касаюсь достаточно кратко, чтобы привести вас к определенной цели, которую я себе наметила на этот вебинар. Если вам сейчас кажется, что, боже, какую брехню она несет, что я заблуждаюсь, что у меня все будет классно с 10 миллионами, посмотрите это видео. Там прям очень подробно разжуют практически все, что говорю я вам достаточно кратко. А потом вернитесь и пересмотрите этот вебинар. Поверьте мне, вы услышите как минимум 30% совершенно новой для вас информации. Вот, ну, просто поверьте. Сама я это проходила не раз, не два и не 10. Итак, что произошло с теми, кто подумал, что классная будет картинка? Просто-напросто включился ваш мозг и провел аналогию. Боже, если 30 тысяч для меня хорошо, то 300 тысяч для меня будет офигенно. Те, кто увидел плохую картинку, поздравляю вас. Вы, по крайней мере, ближе к правде. И ваш мозг вас меньше обманывает. Потому что если бы это было для вас хорошо, эта бы сумма уже была бы в вашей реальности. Те, у кого картинки не было, это не хорошо и не плохо. Это всего лишь показатель того, что этого опыта у вас в жизни не было. Вам не на что опереться и не на что родить картинку. Вот так, по большому счету, наш мозг играет с нами в игры. А на самом деле у нас в жизни всегда именно тот уровень дохода, который нормальный для нашего состояния, с которым мы чувствуем себя спокойно, в безопасности, уверенно. А почему мы чувствуем себя спокойно, в безопасности, уверенно? Та-дам! Потому что здесь очень много херни, непонятно как, залетевших к нам в голову на данную тему. Вот и все. Так, друзья, дальше мы будем делать несколько упражнений. Во-первых, нужно ваше участие в чате активное. Во-вторых, все, что вы слышите, если я проговариваю какую-то фразу, которая, естественно, вы поймете, будет являться установкой на деньги, или вы видите эту фразу вот в нашем чате, значит, и она вас тронула либо очень позитивно, о боже, да, я тоже так считаю, или, блин, это же правда, что они там разбирают, или же, боже, что за ересь, это вообще не так, это значит, это ваша установка. Вопрос в том, принимаете вы ее или не принимаете. Единственное, а я даже это не буду говорить, чтобы вы ваш... Я просто вижу, кто у меня присутствует в чате, и среди вас есть очень интеллектуально одаренные люди. Вот, чтобы ваш мозг не давать ему подсказку, как еще можно с вами поступать, я
опущу, наверное, то, что я себе здесь написала. Итак, у 90 людей вообще в мире существует запрет на принятие денег. Да, поэтому мы знаем все, что там 1% в мире супербогатых людей владеет 90% денег, там трали-вали и так далее. Потому что действует одна или несколько установок. На самом деле действует куча установок. Но есть более прям такие фундаментальные, есть менее фундаментальные. Итак, это нечестно, я их не заработал. Есть такая установка? Есть. У кого она есть, кому она откликается, записывайте ее себе в список. Она унижает меня просто так, давая мне деньги. Или он. Я их не заслужила. Если просто так получишь деньги, то потом последует расплата. А эта установка вытекает из «бесплатный сыр только в мышеловке». Кто это слышал в детстве? Кому это говорили родители? Кстати, друзья мои, если хоть какие-то из этих установок, которые мы с вами будем обсуждать, проговаривались вам в детстве вашими родителями, пишите, они есть внутри вас. Итак, бесплатный сыр только в мышеловке, да? На деньги сбрасывается много негатива. Брать и поднимать найденные там деньги нельзя. Деньги грязные. Вот из этих установок рождается много-много-много всякой херни, непонятно как, залетевшей к нам в голову. Кому откликнулось, пишем. Давайте мы сейчас с вами сделаем еще одно упражнение и накидаем ряд установок про деньги. Пишите мне, пожалуйста, в чате. Вспоминайте все, что вы слышали в детстве. Не только от родителей, от учителей, то, что вы говорите своим детям, то, что вы слышите с телевизора, и как-то вот вам я сказала, вы слышите с телевизора, а вы вдруг раз и вспомнили про эту установку. Пишите ее. Некоторые из них я напишу для всех, чтобы они были в вебинаре. Я начну, чтобы у вас заработал мозг, да? Деньги портят людей. Те, кто считает, что это так, или скорее всего это так, пишем себе установочку. Деньги – это зло. Главное в жизни – это не деньги. А главное в жизни – и дальше на ваш выбор. Семья, здоровье, любовь. Ладно. А главное, ну, пусть будет семья, да? Богачи все злые и расчетливые. А вы не видите мой экран, да? Так, это не порядок. Где я пишу? Давайте я буду писать в чате в таком случае, раз уж у меня нет ни сил, ни желания после сегодняшней перипетии. Ну, давайте так, я повторю их, да? Деньги портят людей. Деньги – это зло. Главное в жизни не деньги, главное в жизни семья, или любовь, или здоровье. Вот, деньги – зло. Идешь в магазин, и зла не хватает, да, там. Ну, вторую часть можно не писать. Деньги – зло, поздравляю, это прямо ваша установка. Богачи все злые и расчетливые. Большие деньги невозможно заработать честным трудом. Кто так считает, признавайтесь. Скажу вам честно, очень много-много-много лет я считала точно так же. Очень-очень много лет, до тех пор, пока я не увидела эту установку и не подумала, боже, это же все можно изменить в моей голове. И не изменила. С милым рай в шалаше. Эту установку мы как переделываем? Если у меня будут деньги, то у меня не будет любви. То моя семья разрушится. Тут уж дальше уже как бы вы можете
смотреть, что вам откликается внутри, да, и продолжить это предложение. Если у меня будут деньги, будут большие деньги, то, или если у меня будет много денег, то, да, как вам такое? Деньги любят тишину. Если кто-то есть из Казахстана, да, привет, ребята, вы там все так считаете практически. На зарплату не разбогатеешь, правильно. Друзья мои, давайте пишите активнее в чате, потому что то, что мне вылезло, я хочу сказать, что я уже практически год, последний год, прорабатываю тему денег. Я вот когда писала для вас текст этого вебинара, я прям рожала эти вот негативные установки про деньги. Я очень много что проработала, и мне правда тяжеловато вот так просто вам накидывать, чтобы вот вы вспоминали и писали. Поэтому у нас должно быть совместное творчество. Вот, отличная установка. Как потопаешь, так и полопаешь, да? Соответственно, заработать на жизнь можно только тяжким трудом. Или... У меня деньги будут в будущем, да? Будущего не существует, потому что завтра может упасть кирпич на голову. По большому счету мы не знаем, когда мы проснемся и когда мы не проснемся. Соответственно, у меня никогда не будет денег. Это просто ваша завуалированная вера всей собой внутри, что у вас никогда не будет денег. Поздравляю, это всего лишь херня, которая непонятно как залетела к вам в голову. Это все меняется. Надо копить на черный день. Кому откликается, пишем. Конечно, столько накопил на черный день, что не дождусь, пока он уже настанет, чтобы наконец-то потратить накопленное, да? Или же, да, что черный день в моей жизни-то обязательно должен настать. Иначе что же я так зря старался? Вот. Ну, давайте еще, друзья. Что-то приходит в голову? Что вы слышали от родителей? Закатай губу, как вам такое? Много хочешь, мало получишь. Я, правда, это уже называла. Ладно, вы пишите, я чуть-чуть пойду дальше. Но мне бы хотелось, чтобы периодически все равно, что у вас всплывает, вы делились в чате. Потому что другой человек сейчас может просто не вспомнить. Или у него включилась тупка, или сопротивление на всю эту информацию. Потому что это именно то, что перевернет вашу жизнь. Вернее, это не то, что перевернет вашу жизнь. Вы просто жили так, через какое-то время вы начнете жить так, потому что это станет ненормальным, а станет нормальным вот это. Вот и все. Работать на дяде плохо. Ну, тут нужно покопаться, Ольга, что у вас. Либо это... что невозможно заработать большие деньги наемным трудом, что тоже неправда, хочу сказать, что вот последнее, наверное, да, мое место работы, не самое высокооплачиваемое, у меня доход был 10 тысяч долларов в месяц. Ну, вот как бы большие это. Вот, Лена, ты меня сегодня просто радуешь. Заработал на копейку, погулял на миллион. Чудесно, да? Я опубликую также видео после следующей недели про мышление богатого и бедного человека в нашем командном чате. Посмотрите его обязательно, и вы увидите, что мало того, что бедный и богатый думает по-другому, вот разница в установках, так еще есть установки не на приход денег, на их принятие, еще у нас есть установки о том, как мы приумножаем деньги, как мы их сохраняем, умеем мы их сохранять или нет, и еще куча установок, в том числе и заработал на копейку, так все, пойди потрать, это как раз-таки относится к тому, как я умею сохранять деньги. Я в ужасе. Это не в ужасе. Поверьте мне, если бы вы видели, я веду файл проработок, который я делаю. Он огромный, друзья. Он просто огромный. Более того, он огроменный, уже сделанный, и еще каждый раз, потому что послушав что-нибудь в интернете, пообщавшись с людьми, я нахожу опять эти установки, то те, то другие. Я их записываю, и я их меняю. Да, меняется реальность вокруг меня, безусловно. Но
Понимаете, это процесс конечный. Он, ну, это процесс конечный, вот сколько вам нужно сделать, чтобы с точки А оказаться в точке Б. Именно точка Б – это та идеальная ситуация ваша финансовая, в которой вы хотите быть. Это конечно. Я к этому отношусь, когда меня… А у меня бывали тоже моменты, ну, не депрессия, а уныние, скажем так, да, что, о боже, блин, ну сколько же херни в моей голове. Это тоже вот мне помог один наставник мой, сказал: Евгений, добрый вечер. Надеюсь, когда-нибудь вы услышите, как далеко я прошла с момента, как мы с вами работали. Но он сказал: относитесь к этому как к тому, что вам просто нужно вымыть кухню. Для женщин это очень много. Вы заходите на кухню, и вы видите, боже, какая она грязная, сколько копоти и жира везде. Ну вот да, переехали вы в съемную новую квартиру, условно. И вы просто видите это, вы понимаете, боже мой. И это вот происходит с вами такая ситуация, когда вы наконец-таки начинаете об этом думать, начинаете искать свои установки, начинаете их записывать. Поверьте мне, это практически конечный процесс. Потом, конечно же, всю жизнь придется то это проработать, то, но вы уже будете в точке Б, понимаете? Вы уже будете жить той жизнью, которую вы хотите. Вы ее будете как бриллиант чуть-чуть огранить, чуть-чуть натирать и так далее. Это будет уже действие из наполненного состояния, из богатого и счастливого. И вот поверьте мне, это возможно. Я просто наблюдаю это, кто меня знает лично. Да, я вижу, что здесь еще люди, кто занимался с Женей. Евгением, да, мой респект. Так, ну ладно, давайте дальше. О чем мы? О том, что список этот конечный. Кухня только может быть до определенной степени грязная. И даже если она у вас вся в помойке, все, что нужно сделать, это надеть резиновые перчатки, взять губку, взять чистящее средство и начать ее отмывать сантиметр за сантиметром. И поверьте мне, у кого-то это займет месяц. Ну, месяц ни у кого не займет, у всех, как правило, дольше. Давайте реалистами. У кого-то это займет 3 месяца, у кого-то 6 месяцев, у кого-то 9 месяцев, у кого-то год. Но вы и так живете свою жизнь. И так день за днем проходят дни, мы становимся старше, стареем и движемся всего лишь к одному финалу, который будет у всех, это смерть. Вопрос только в том, как прожить вот этот остаток дня. На что потратить время, на что потратить свой фокус. На что потратить 1 час в день, 40 минут в день, чтобы через год, через 3 месяца, через 6 месяцев, через месяц, друзья, я вас уверяю, у вас будет меняться жизнь через месяц, чтобы жить по-другому. Понятно, что не глобально, допустим, да, если мы начинаем только с денег и список у нас огроменный, но по-другому, лучше, быстрее, масштабнее, богаче, круче. Просто нужно делать. Итак, я надеюсь, что вы, простите, продолжаете писать свои установки. И пишите мне их, пожалуйста, в чате, если что-то еще вспоминаете. Еще будет несколько упражнений, которые нам помогут это сделать. Эти установки могут казаться чуть более правдивыми, чуть менее правдивыми и так далее, и так далее. Но если это хоть как-то вам откликается, пишите. Лучше проработать что-то, что, в принципе, вы поймете во время проработки, что не является вашим. И проработать, чем пропустить одну, которая потом вам будет говнять, да, и плохо пахнуть из-под вашей красиво отмытой кухни, где-нибудь из-под закоулка. Лучше написать больше, чем меньше. Так вот, возвращаемся к бизнесу. Что к традиционному, что к сетевому. Но в сетевом бизнесе просто это видно очень хорошо. Здесь это бизнес, и да, реклама сетевого бизнеса сейчас, потому что я с ним столкнулась 2 года назад, никогда прежде не сталкивалась, придя из традиционного бизнеса. И я просто обалдела, боже, почему я об этом не знала раньше? Опять-таки, да, это только появилось в картине моей реальности. Но это бизнес, где у каждого, кто начинает, ну, кроме там условно, да, сетевик с 10 годами опыта, у кого есть какая-то команда, но я пришла совершенно без команды. И я вижу, что большинство людей в моей команде, например, пришли совершенно без команды. И это не мешает вам создавать свои команды. Итак, это бизнес, где у всех практически равные шансы.
Это бизнес, где практически нет барьеров для входа, в том числе финансовых. Ну там 4, 5, 6, 8 тысяч может позволить себе каждый, если он хочет. И это бизнес, где у всех равные условия и возможности, и тем не менее в этом бизнесе кто-то в топе, а кто-то в... Да-да, там на букву «Ж». Почему? Потому что это все зависит от того, что у тебя в голове. Кстати, также еще мы нашли одну установку, что честный человек в наше время не может заработать на свою квартиру. Фактически не может заработать больших денег. Можно так переписать. И проработать. Это значит что? Это значит, что деньги можно заработать только нечестным путем. Только тут уже небольшие деньги, тут уже вообще, в принципе, разговор просто о деньгах. Ну, или, может быть, и так проработаете, и эдак проработаете, лишь бы проработать. Следующая тема, что есть у многих, и вы, я думаю, напишите, кстати, кто вот сейчас узнает себя. Это финансовый потолок. Это когда в жизни достигаешь какого-то определенного финансового заработка, а потом... резко падаешь либо в ноль, либо в минус, либо сильно-сильно ниже. Напишите, есть кто-нибудь вот сегодня у нас, кто вот знает. И при том этот потолок может быть как в 30 тысяч рублей, так и в 30 миллионов рублей, так и в 3 миллиарда рублей там, и так далее, и так далее. Напишите, кто-нибудь по своей жизни замечал финансовый потолок? Пока вы пишете, расскажу, что... я в себе этого не нашла, но у меня есть очень близкая подруга, которая сейчас работает в найме, которая зарабатывает очень высокую зарплату и работает на очень крутого олигарха, главой его финансового департамента, и у нее есть финансовый потолок, который она пробивает последние 10 лет. Да, вот тоже у кого-то есть, пишут. Так вот, друзья мои, я вас поздравляю. Это все ваши установки, которые можно поменять, и этого потолка не будет. Если вы когда-то ходили на тренинги, меня пытающиеся там прорвать этот потолок, и не получили никакого результата, это все ерунда. Вот именно поэтому я хочу с вами поговорить, что именно работая со своими установками, именно таким образом вы их измените. Это 100% гарантия лично меня, лично вам, как члену моей команды, если это имеет для вас какое-то значение. Ну, давайте сделаем еще одно упражнение, чтобы немножко размяться и пополнить наш список установок, да? Итак, как там искать свои установки? Во-первых, просто думать об этом, искать фокус внимания, держать уши открытыми и слушать телевизор, маму, папу. Кстати, отличная вещь – это просто спросить своих родителей: «Мам, расскажи, а что ты думаешь по поводу денег?» А по поводу богатых людей? И просто послушать и записать. Вот и все. Но это будет не полный список. Потому что есть установки, которые к нам пришли от родителей, от рода, от друзей, а есть наши личные. Мы посмотрели какой-то фильм, мы впечатлились. Привет, кто любит «Титаник», кстати, напишите мне. Кто смотрел «Титаник» больше одного раза? Или у кого это любимый фильм? Друзья, участвуем в чате, потому что только так мы делаем для себя полезные вещи. Неужели таких нет в нашем вебинаре, кто любит «Титаник»? Хочется сказать, не верю, но возможно. «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и девушкой, имя которой я забыла. А кому очень понравился фильм, тоже, кстати, с Леонардо Ди Каприо, «Волк с Уолл-стрит». Есть какие-то любители таких фильмов, например? Или «Золушка». Кто любил в детстве сказку «Золушка»? Один раз смотрели все, потому что это как бы хит сезона и так далее. Но вот если я называю какие-то вот такие фильмы и вам откликается, пишите. Что у нас там? «Спящая красавица», условно говоря, там и так далее, да? Поздравляю, вам продали: первое – бедность, второе –
ну вот Волк с Уолл-стрит, да, что большие деньги не заработать честным трудом. Золушка нравится, к сожалению, большинству женщин нашей страны, потому что это путь героя. Путь героя – это то, что мы сначала страдаем, страдаем в своей жизни, потом только что-то получаем. Кстати, вот мы, все, кому нравится Золушка, записываем. Это не имеет отношения к деньгам, тем не менее у нас, ну, деньгами жизнь ведь не ограничивается, а установки у нас есть абсолютно на все. Но об этом чуть позже. Хорошо, как мы ищем свои установки на деньги, например? Мы смотрим фильмы, мы читаем книги, мы общаемся с людьми, мы что-то подмечаем. И мы смотрим, что нам откликается, что вот у нас же сознательная фокусировка, да, на то, что я ищу свои установки на деньги. Соответственно, если мне это что-то откликнулось, то ну, я бегу это и записываю. Либо заметки телефона потом переношу в свою бумажечку, либо еще что-то и так далее. Дальше. Если учимся через жизнь, да, если с вами, когда с вами произошла какая-то ситуация и что-то случилось, мы задаем себе, или просто когда мы сидим и рыбачим, да, вылавливаем свои установки, мы задаем себе два вопроса. Как правило, да, почему и зачем? Большинство людей спрашивают, почему. Почему со мной случилось что-то? Вот давайте сейчас вы мне накидаете в чате, каждый сам про себя, одну-две причины, да, почему я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц прямо сейчас. Пишите, я потом озвучу некоторые. Почему я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц прямо сейчас? Ну, как пример, да, чтобы запустить ваши мозги. Потому что у меня недостаточный уровень образования. Потому что я уже на пенсии, кому нужна пенсионерка на такую зарплату. Потому что я нерешительная, я необщительная. Я параллельно зачитываю на запись то, что пишут в чате. Потому что всю жизнь работала в бюджетных организациях. В бюджетных организациях заработать много невозможно. Записываем, Елизавета, это специально для вас. Потому что я ленивая. Пишем, пишем. Потому что в нашем городе маленьком никто столько не зарабатывает. Или большинство людей столько не зарабатывают. Да? Если вам откликается то, что я говорю, пожалуйста, обязательно записывайте. Ну, или, например, потому что я дебил. Если в таких выражениях. Тут самое главное, кстати, вот забыла сказать, когда вы ищете свои установки, потому что это настолько глубинная наша тема, если установка идет вот с обзывательным словом или с матершинным словом, пишите именно так, как она вам идет. Не пишите ее приятными и вежливыми словами, потому что это не ваша установка. Ваша установка идет, я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, потому что я дебил или дебилка. А не потому что я там не совсем умная, или там родилась в семье пятая и неумная, там и так далее. Я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц прямо сейчас, потому что я трусиха. Отлично. Кому отзывается, пишем. А вот теперь давайте мы ответим на этот вопрос немножко по-другому. Вот слушайте, вы услышите разницу? Зачем я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц? Зачем мне выгодно не зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Зачем для меня так важно не зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Пишем сейчас то, что приходит к вам в голову, когда мы ставим вопрос таким образом. Зачем я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц? Зачем мне выгодно не зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Зачем для меня так важно не зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Пока вы пишете, могу сказать варианты ответа. Чтобы у меня было много свободного времени. Чтобы не надо было ходить в удушливом галстуке на работу.
чтобы мой муж зарабатывал больше меня и чувствовал себя мужиком. У нас в чате написали: на жизнь хватает и так спокойнее, чтобы не чувствовать напряжения, излишнего напряжения. Это вот для вас, Елизавета. Чтобы не беспокоиться, тоже так можно записать и тоже проработать. Это может быть немножечко другая грань для вас. Кстати, Елизавета, для вас, скорее всего, будет установкой: большие деньги – это беспокойство, или это напряжение, или большие деньги – это большое напряжение. Если что-то такое откликается, записываем себе. Нет, Елена, тут Елена написала ответом: не смогу уделять достаточно времени семье. Тут мы ищем выгоду, почему вам выгодно не зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. А тот вопрос, который ты написала, это был ответ на «потому что я тогда не смогу уделять достаточного времени семье». А здесь мы ищем, почему выгодно нам, понимаете? И именно вы чувствуете разницу, вот сейчас я когда рассказываю, в том, что когда мы отвечаем на вопрос «потому что», что это идут отговорки, объяснения, что там мы жертвы обстоятельств, или мы как-то вот, ну так вот сложилось оно, кто-то другой в этом виноват, так сложилось, мы не виноваты. Чувствуете? Вопрос «потому что» — все наши ответы. Когда мы себя спрашиваем, зачем я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, мы фактически себя спрашиваем, зачем мне выгодно не зарабатывать столько? Зачем для меня так важно не зарабатывать столько? Это больше уже в разрезе, что я выбираю столько не зарабатывать для того, чтобы у меня было больше свободного времени, для того, чтобы не испытывать напряжение, для того, чтобы не заморачиваться, куда их потратить. Деньги – это морока. Ольга, для вас установка еще записать. Если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, я не буду знать, куда их потратить. Ольга, для вас это установка. Для того, чтобы не сидеть в офисе. Мы все это переделываем. Если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, то мне придется сидеть в офисе. Екатерина, это для вас. Вот тут правильно написали «отомстить родителям». Тут вопрос вот в чем, что если отношения с родителями плохие, или же если родители будут ожидать от вас, что вы будете им помогать. Если я буду зарабатывать много денег, то я буду считать себя обязанной помогать родителям. Также первое предложение: если я буду зарабатывать много денег, то мои родители будут требовать от меня деньги. И так далее. Это все мы записываем, потому что это все чуть-чуть разные грани наших установок. Кто-нибудь еще? Потому что как-то у меня активность совсем не такая большая часть участников, как мне бы хотелось. Те, кто не активен, друзья, вот когда закончится вебинар, когда вы останетесь с домашним заданием, которое будет. Потому что если мы здесь собрались, то значит мы хотим что-то менять. А не что-то, а наш финансовый уровень и финансовый достаток. А менять можно в этом мире только через действия. Действия либо вовне, либо внутри себя вот здесь. Поэтому домашнее задание будет, и его нужно будет выполнять. Зарабатывать много, как украсть время от семьи. Установка. Богатые люди все очень заняты. Установка: если я буду зарабатывать много, то я буду красть время от своей семьи. Записываем. Я надеюсь, что вы успеваете все записывать. Последнее, видимо, кто-то написал. Вот, чтобы иметь возможность уехать, когда я хочу.
установка, что большие деньги привязывают тебя к месту работы. Большие деньги лишают тебя свободы. Или деньги лишают тебя свободы. Смотрите, лишают меня свободы. Смотрите, что вам откликается. Деньги не дают мне возможность передвигаться. Если все это откликается, вам кажется, это немножечко примерно одним и тем же, но это откликается, пишите это все. Если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, я не буду иметь возможность уехать, когда я хочу. Вы видите алгоритм, по которым я немножко играюсь с тем, что вы пишете, и переделываю все это в установке. Делайте точно так же в домашнем задании. Именно поэтому я все-таки говорю, что, скорее всего, вы будете это переслушать второй раз. Если я буду зарабатывать много денег, то я полностью поменяю свою жизнь. Верно. Кстати сказать, вот тут вот вопрос, что то, что я дам на самом деле вам на следующем вебинаре, как проработать свою установку, это только часть методики. Часть методики направлена непосредственно на то, чтобы найти свою установку и ее проработать, чтобы ее больше не было, чтобы была уже другое, было что-то другое позитивное. Но вот тут мы сталкиваемся с установкой, да, что если я буду зарабатывать много, то полностью поменяется моя жизнь. Кстати, во-первых, проработать нужно эту установку. Во-вторых, только я слышу здесь страх перемен, или вы тоже слышите? Соответственно, у нас же еще и то, что нам мешает, это еще и страхи. Поверьте мне, ваша жизнь изменится и так, если вы просто проработаете все свои установки на деньги. Но ваша жизнь еще глобально изменится, если вы проработаете свои страхи, которые примерно так же ищутся, только по-другому прорабатываются. Свои обиды, свои отношения, да? Хотела об этом в конце поговорить. Ну вот, затравочку вам дам. Представляете, что поменяется жизнь просто на 360 градусов. А вам уже не будет страшно, что она поменяется, потому что вы проработаете свой страх, прежде чем начнете прорабатывать что-то еще, чтобы не бояться. И потом уже бояться не будете. Вот, отомстить, чтобы не видели, что успешно и счастливо. В этом есть обиды. Обиды на родителей, обиды на род, обиды на любимого мужчину, обиды на детей и так далее, и так далее. Кстати, поскольку мы с вами, да, команда, работающая в сфере здоровья, вот вам, пожалуйста, и обиды порождают болезни, психосоматика. Это уже не то, что там какая-то теория, это, ну, факт реальности, которым пользуются даже врачи этими списками, чтобы лечить людей. Как их проработать, я вам расскажу в следующий четверг на нашем вебинаре, но прежде чем их проработать, нужно их найти. И этим вы будете заниматься всю неделю. Давайте поехали дальше, потому что материал это не убавляется, а время у нас идет. Дальше. Следующий момент, как можно выявить свои установки. Если вам было сложно с вопросом «Зачем?», можно пойти от обратного. Итак, включаемся, друзья, начинаем писать в чате, начинаем писать на своих листочках. Я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, зато у меня есть время заниматься цветами на огороде. Зато я могу поехать на дачу в любое время. Зато я отличная мать. Зато я любящая жена. Зато у меня свободный график. Зато что? Пишите. Я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, зато... Ну, пашу на огороде немножко непонятно, вам нравится или не нравится. А если у вас есть время, то есть если вы любите, например, работать в огороде, и вот зато у меня есть время, понимаете, это опять-таки какая-то выгода. Зато у меня есть много свободного времени встречаться с подругами. Зато я свободная. Зато у меня свободный график. Правильно. Это все ваши установки. То есть вы это переделываете потом. Если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, то у меня не будет свободного графика. То я не буду принадлежать себе. То я не смогу свободно распоряжаться своим временем. Но сейчас мы говорим про зато. Я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, зато
У меня есть время для семьи и для себя. Если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, то у меня не будет времени для семьи и для себя. Самое приятное в этом, друзья, что это всего лишь хрень, которая непонятно как залетела к вам в голову. Когда она вылезет из вашей головы путем проработки установок, это уже не будет фактом реальности. И у вас поменяется реальность. Я вам это гарантирую. Я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, зато я занимаюсь собой во всех отношениях, в том числе и духовном. И у меня есть свободное время. Соответственно, если я буду зарабатывать 100 тысяч, если я буду зарабатывать большие деньги, да, ну неважно, 100 тысяч, может, кого-то не впечатляет, то я не буду свободной, я не смогу заниматься собой во всех отношениях, у меня не будет свободного времени. Понимаете, как, Екатерина, понимаете, да, как переделывать вот это все в установки? Потому что, как правило, в нашей голове установки идут вот в формуле «если то». Но иногда, например, деньги – это зло или деньги грязные, они могут идти как короткие фразы. И это тоже установки. Поэтому вот я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, зато я умею выживать. Елена, вам нужно копать, также поговорить с родителями. У вас это, скорее всего, идет по роду, потому что глубинные установки – это родовые. Я знаю, потому что я работала с людьми, у кого такое было. Более того, намного люди более компетентные, чем я, работают с этими людьми. Потому что, да, они прорабатываются, но это уже прям засада, если честно. Но прежде чем понять, насколько глубока засада, нам нужно ее найти. Если я буду зарабатывать большие деньги, то я умру. Елена, вот проработайте-ка эту установку. А также я знаю, что вы-то как раз-таки работаете по той методике. Давай на «ты», да, Лена? Потому что, честно говоря, зная тебя лично так хорошо, как-то непонятно мне самой. Звучит чужой голос Элины, который говорит тебе «вы». Итак, я знаю, что ты работаешь со мной в этой методике, поэтому тебе нужно еще проработать страх не выжить. Страх умереть. Но это так. Когда нервничаю, забываю русские слова, потому что английский язык мой родной практически. Поэтому забыла слово. Ладно, давайте дальше. Итак, все, мы иссякли. Я не зарабатываю большие деньги, зато я красивая. Зато я, что мы говорили, да, там хорошо готовлю что-нибудь в этом духе. Зато я чудесная хозяйка. Соответственно, мы прорабатываем, что если я буду зарабатывать большие деньги, то я не буду красивой, то я не буду хорошей хозяйкой, то у меня не будет времени на хозяйство, то у меня не будет времени в принципе, и так далее, и тому подобное. Пишем все, что отзывается. Ребята, прям строчите и строчите себе. Чем больше будет ваш список, тем больше объем работы выйдет перед вами вот так. Это значит, тем меньше объем работы останется вам найти самой. Потому что всегда в группе делать легче. Энергетика группы всегда поднимает. Мозг начинает включаться, как будто это и не совсем про меня мы рассуждаем, а вот Илине просто пишем. И начинает это, падает защита, падают вот эти вот защитные блоки в психике. Вы начинаете раскрываться, начинаете писать. Зато я не устаю. Если я буду зарабатывать большие деньги, или если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, я буду уставать. Пожалуйста. Еще одна установка, кстати, очень хорошая. Молодец, что написала. Давайте еще одно упражнение. Все, 3 минуты потрясли голову что-нибудь там, подвигали тело, чтобы перезагрузить мозг. Итак, собрались, пишем в чате, да, и пишем себе на листочке. Я не богач. Зато я не богач, зато я хороший человек. Как вам отзывается такая установка? Я не богач, зато я порядочная. Я не богач, зато я никогда не вру.
Я не богач, зато мне не приходится обманывать людей. Кстати, я только что нашла свою установку, которую мне нужно проработать. Я ее сейчас запишу себе. Вот видите, что делает сила группы? Итак, почему никто не пишет в чате, что я не богачка, зато у вас-то что? Может быть, у меня это тоже есть, и просто я не могу найти это без вас? Я не богачка, зато я честная. Молодцы. Записываем только себе, да? Кстати, эту установку можно прям так и проработать. А нет, нельзя. Нужно перевести, если я буду богатый, то я не буду честным. Вообще, кроме вот таких каких-то крылатых фраз и выражений, да, например, что там деньги это грязь или деньги это зло, то мы почти все переводим в формулировку «если то». То есть, если я буду зарабатывать огромные деньги, то я не смогу быть честным. Или если я буду богачкой, то я не буду честным. Все пишут, 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 а я ничего не вижу в чате. Это наше последнее упражнение, поэтому, друзья, соберитесь. Дальше будет окончание теории, и мы будем прощаться. Вот. Я не богачка, зато я хорошая жена. Мать, бабушка, прабабушка. Зато меня уважают окружающие, мне доверяют люди. Установочки. Если я буду богачкой, то я не буду хорошей женой. То я буду плохой женой. Кстати, Елизавета, ну вот, поскольку вы в моей команде, да, мы можем потом как-нибудь поговорить по поводу того, что у вас непринятое качество, что вы плохая. Мы люди... То есть в человеке есть все, хорошее и плохое, и добро, и зло, и так далее, и так далее. И отрицать это в себе смысла не имеет. Мы можем это иметь, мы можем не выбирать это проявлять, часто или в большинстве случаев, но мы должны в себе это принимать. То есть вот это, ну это просто как отклонение от темы, возвращаемся к теме установок. Если я буду богачкой, то я не буду хорошей бабушкой. Если я буду богачкой, то я не буду хорошей прабабушкой. Если я буду богачкой, то меня перестанут уважать окружающие. Или не будут уважать окружающие. Если я буду богачкой, мне перестанут доверять люди. Или мне не будут доверять люди. Если я буду богачкой, то мне будут завидовать. Непринятое качество. Я завистливая. Так далее и так далее. Давайте, пишите, а я немножечко... Поговорю еще, потому что вижу, видимо, уже мозг вскипел на четвертом или на пятом упражнении, да? Тем не менее, переслушивайте этот вебинар, делайте записи, ходите об этом всю неделю, думайте, слушайте вокруг вас, что говорят, включайте телевизор, там столько установок каждый раз двигается. Я его в свое время выключила именно по этой теме, потому что я поняла, что проще их вообще не слышать и ограничить потребление этих установок, чем потом идти прорабатывать. Я не богаче, зато я бескорыстная. Бескорыстная, бескорыстная. Кстати, непринятое качество, Лена, корыстная. Прорабатываем. Все, лучше проработать что-то, что только наполовину ваше, чем оставить это, и оно будет подванивать из угла в кухне, да, в нашей, которую мы отмоем. Давайте вернемся к вопросу «почему?». Обратите внимание, что когда мы спрашиваем себя вопрос «почему?», я вот его найду, сейчас вам зачитаю. Почему я не зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, да? Потому что у меня достаточно уровень образования. Потому что я уже на пенсии, кто возьмет пенсионерку? Потому что в нашем городе никто не зарабатывает столько, да?
что происходит здесь? Мы впадаем, потому что я трусиха. Мы впадаем, обратите внимание, либо в состояние жертвы, то есть, ну, недостаточный уровень образования, так сложилось. Я пенсионерка, кому нужны пенсионеры, что я могу поделать по поводу того, что я пенсионерка, да, я пенсионерка. Или у нас маленький провинциальный город, тут все не зарабатывают. Это состояние жертвы, состояние того, что, ну, обстоятельства сильнее нас, так сложилось в нашей жизни, и мы вынуждены с этим как-то жить. Здравствуй, состояние жертвы. Либо мы впадаем в состояние чувства вины, потому что, например, я трусиха. Боже, вот если бы я не была такой трусихой, я бы уже зарабатывала. Начинаем себя гнобить. И в любом случае мы не видим выхода из ситуации. Вот отличная установка, прервусь и зачитаю. Если я буду богачкой, то я буду одинокой, то я останусь одинокой. Екатерина, обязательно прорабатываем эту установку, потому что в этой установке у вас и денег не будет, и мужчины не будет для жизни, либо все это будут временные варианты. Если я буду богачкой, то все будут хотеть деньги, а не меня. Сильно вас понимаю, у самой такое было. С детства идущая тема, что мужчины со мной встречаются из-за моих денег, а не из-за меня самой. Кстати, если кому-то это отозвалось, пожалуйста, запишите, и тоже можно проработать. Вот, потому что все установки, которые мы находим, мы прорабатываем одинаково. И об этом вы узнаете на следующем вебинаре. Или же об этом вы узнаете, присоединившись в мою команду. Почему? Потому что в частном порядке я это могу говорить, а публично я это не могу выкладывать. А, так и есть. Ну вот, да. Сама там была, поэтому точно вам говорю, что вот из позиции того, что у меня сейчас есть деньги, не так много, как мне бы хотелось, но достаточно, чтобы о них не сильно задумываться. И у меня есть мужчина, и есть счастливый брак, и так далее, и так далее. И это все случилось, когда я начала прорабатывать свои установки. Вот и все. Итак. Поэтому мне не нравится спрашивать вопрос «почему?». Потому что он непродуктивен, он вам не дает эти установки. Зато отличные вопросы спрашивать себя «зачем мне эта ситуация?». Зачем это, зачем я оказалась в этой ситуации? Зачем мне выгодно оказать себя в этой ситуации? Зачем для меня так важно оказаться в этой ситуации? Потому что все, что происходит в нашей реальности, это результат наших подсознательных желаний. Неосознанных, конечно же. Я не хотела 4 года назад, поверьте мне, упасть и сломать ногу. И валяться в Склифосовского, извините меня, там, не могущий сходить в туалет целый месяц. Потому что все это попало на майские праздники, в общем, и не было врачей, чтобы оперировать, и 2 недели лежать с ужаснейшим переломом, от которого все врачи в шоке, я до сих пор занимаю 3-е место, да, в Склифосовского, по самым странным травмам, которые они видели в жизни. Я не хотела этого. Я не хотела несколько раз в жизни своей терять абсолютно все деньги. Но это со мной случилось. И сейчас, прорабатывая свои установки, я понимаю, что я подсознательно хотела, чтобы это со мной случилось. Не то, что я хотела, о боже, себя научиться, наказать, нет. Но у меня были, в общем, ряд вот этих установок, да, как они переплетаются, вот условно все будут хотеть деньги, а не меня, и поэтому мне деньги не нужны, там тролливали. Все это приводит в итоге вот к этому. То есть это все херня, непонятно как, или понятно как, от этого не легче, залетевшая ко мне в голову, которую нужно просто поменять. Поэтому мы задаем вопрос «зачем?». Мы задаем, действуем от обратного через фразу «зато». Это очень прям полезно, ходите, думайте всю неделю, пишите свои установки. Когда мы задаем себе вопрос «зачем?», или же действуем через «зато», мы реально видим свою выгоду в каждой ситуации. Обратите внимание, мы больше уже не чувствуем себя жертвой, мы больше себя не виним, да? Мы просто видим, где затык, и мы будем искать способы изменить это. Ну, а учитывая, что способ найден, и что если вы, кстати, смотрели мой предыдущий вебинар про деньги,
когда я не была знакома с этим способом. И обратите внимание, что он вышел в конце января, по-моему, или в начале февраля. А сейчас июль месяц. И тогда я говорила, что есть способ, и он тяжелый. Тем не менее, я даже тогда прорабатывала тем способом свои установки. Я могу сказать, что вот то, что расскажу вам я, это намного легче, намного более эффективно и занимает намного больше времени, всего лишь 40 минут, час вашего времени, а не 7 дней подряд в течение часа. Видите разницу? На одну установку всего лишь 40 минут нашей жизни. Я скину все ссылки прямо, как только закончится вебинар, в нашу группу, и вам, ну, я повторю домашнее задание, так что вы запишите. Двигаемся дальше. Помним, что значит, мы переписываем все, что мы находим, за исключением кратких фраз, да, там типа «деньги – это зло», в формулу «если то». Если я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, то у меня не будет свободного времени, то я буду плохая мать, то я не смогу в любой момент ездить на дачу, то меня не будут уважать люди. Обратите внимание, что когда вот посмотрите себя в начале вебинара, да, и себя сейчас, когда осознаешь свои установки, то снижается чувство вины за то, как была жизнь вообще, как сложилась жизнь. Потому что мы начинаем видеть, откуда растут ноги в нашей ситуации нынешней. Мы начинаем в ней разбираться, копаться в этом направлении. А значит, мы перестаем, во-первых, что очень важно делать, обвинять себя или других в этой ситуации. Потому что когда мы обвиняем себя или других, или мир в этой ситуации, мы с этим ничего не можем поделать. Если мы точно знаем, что к любой ситуации в своей жизни я пришла сама, то если я что-то сделала сама, меня привело это к таким-то результатам, значит, я могу делать что-то другое, что приведет меня к другим результатам. Чувствуете уже власть, как возвращается, вот, ну, способность управлять своей жизнью в мои руки, возвращается ко мне. Потому что если все это результат моих установок, результат моих действий в жизни, моих выборов в жизни, которые обусловлены моими установками, значит, если это все только внутри меня, значит, я и есть тот человек, кто может это все поменять. Понимаете, мы начинаем анализировать, мы начинаем действовать, мы начинаем менять, и поверьте мне, что даже уже само осознание этого, это уже первый шаг, ваша проработка уже началась. Да, долгая там и менее эффективная, чем то, что я вам расскажу, но тем не менее, она уже началась. Итак, как же вообще прорабатываются установки? Первое – это смена окружения. Представьте себе, что вы никогда не зарабатывали миллион, и вдруг вы подружились с миллионером. Ну, вот, допустим, давайте так, не вы подружились, а я это писала с конкретного человека, прям кого я знаю. Человек в своей жизни, только там вопрос не миллионов, а миллиардов. Я очень хорошо знаю этого человека. Человек в своей жизни миллиардов никогда не зарабатывал. Были миллионы, терялись деньги, там, в общем, было по-разному и так далее, и так далее. И вдруг он подружился с миллионером. Ну, так случилось. Кто их познакомил, кстати, это я. Ну, неважно. Он подружился с миллионером, с миллиардером. Они начали общаться. Прошло какое-то время, длительное время. Ну, я бы сказала, даже, наверное, год. И этот человек, часто бывая в гостях, общаясь, разговаривая, он видел, как легко приходят к миллиардеру его деньги. Видел его жизнь, видел возможности, куда-то вместе ездили. Через какое-то время я, как третий человек, наблюдающий за этой ситуацией, потому что, знакомя их, я уже знала, что произойдет. Я начала видеть, как этот человек меняется, и для него, обратите внимание, становится нормальным жить в шикарном доме с прислугой. Это я помню, когда первый раз я привела в гости, вот, их познакомить, какие были, извините за выражение, шары у моего знакомого, когда он осматривал этот дом, осматривал вот это вот все, как было немножко неловко, когда другие люди прислуживали нам за столом.
и так далее, и так далее. И как это сейчас, когда мы периодически там бываем в гостях. Это нормально, понимаете? Это нормально. Сменилось вот здесь. Поменялся взгляд на жизнь, взгляд на возможности, которые можно брать или не можно брать. Это стало нормальным, это перестало быть страшным. Понимаете? Это перестало быть страшным. А чего бояться-то? Все нормально, ничего не страшно. И это стало входить в жизнь. Естественно, через работу, через возможности, там, через напряжение, там, хождение там, на работу и так далее, тролливали. Но возможности стали приходить. Они раньше, может быть, были. Но он их не видел в своей карте реальности. Или же женщина, например, тоже абсолютно с реального человека. Женщина не верила, что возможно быть счастливой в браке. Что люди могут жить 20 лет в браке и любить друг друга как в первый год, 2, 3, 4 там, совместной жизни. Ну, почему не верила? Потому что в ее окружении этого не было. Ее родители так не жили. Ее друзья, ее родители так не жили, с детства она этого не видела. Да, я видела фильмы, я видела этого, но ну, этого не было в моем окружении. А фильмы это всегда про кого-то там другого. Да, классно это может быть в жизни, но не со мной. И потом вдруг я знакомлюсь с людьми, попадаю в окружение, где все вокруг меня пары, как правило, женаты больше 10 лет, безумно любят друг друга и ценят, и все, и все, и все. Имеют детей там по трое, по двое, по-разному детей, но у многих по трое. И все, смотрят друг на друга в первый раз. Что вы думаете, со мной произошло там через полгода? Это стало нормальным для меня. А вот то, как живут люди, когда я приезжаю кое-куда, это ненормально для меня уже. И меня это напрягает, я от этого устаю. Потому что это ненормально уже в моей реальности. Отгадайте, что происходит с моей семейной жизнью? Ну, комментарий излишний, да? Давайте дальше. Как еще прорабатываются установки, которые мы цепляем, например, с детства? Книги и фильмы. Ну, понятно, да? Посмотрели, впечатлились, подумали, о боже, так может быть. Кто читал мотивирующие книги, там Ричард Брэнсон, кто-то еще, просто я не любитель таких книг, поэтому много вам назвать не могу. Тем не менее, кто ходит, ну, это немножко другое, ладно, попозже. Но вопрос, там часто много лишней информации, часто вот так же, как с фильмами, да, мы смотрим и думаем, блин, классно, да, так бывает, да, я в это верю, но это не про меня, не со мной. Вот с кем-то, кто живет в Америке, так может быть. Кем-то, кто живет в Европе, так может быть. А с нами в России так не может быть. Понимаете? Это долго. И ну, к себе чувствуешь мало отношения, соответственно, мало цепляет, мало эффективная проработка. Тренинги. И Тони Робинсоны, и психологические, и «Я магнит для денег», и там тролливали. Что такое тренинг? Это трансформация установки через сильное напряжение. Евгений, опять тебе привет. И плюс для того, чтобы это произошло, тренер для тебя должен быть авторитетом. Ты должен верить тому, что он тебе говорит, и ты должен это делать в течение 72 часов после окончания тренинга. Ты должен это сделать, ты должен сделать вот что-то, сделать по-другому, получить результат, естественно. Почему? Потому что в психологии все наше впечатление выветривается через 72 часа. То есть надо либо снова идти на тренинг по теме. Ну и именно поэтому, да, статистика всех тренингов – это 5% только людей, у кого что-то реально меняется после тренинга. У 95% не меняется. Тем не менее, есть возможность проработать свою установку таким образом? Есть. Ну и самый классный, безотказный способ называется «Жизнь научит». Один только это очень эффективно, это всегда очень про тебя, это всегда очень, я сразу все понял, и я как бы вот прям все осознал, и жизнь научила. Вопрос в том, что это очень долго, часто мы ждем ну, каких-то событий, которые изменят нашу установку,
много-много лет. И часто это очень больно. Ну, вот как бы так. А еще есть вот тот способ. Один из способов есть, да, это вот в моем первом вебинаре я рассказывала, но опять вот его минус. Это то, что долго и прям тяжело. Я это делала несколько месяцев, поверьте мне, это прям вот зачет. И есть вот этот легкий способ, о котором мы узнаем в следующую неделю, после того, как мы напишем все свои установки. Желательно всем. Так, скажите мне, пожалуйста, вот те 15 предложений, которые мы писали, кто-то из вас есть такие, кто не смог дописать предложение? Напишите, пожалуйста, в чате прямо сейчас. Давайте, друзья, у нас 15 минут. Ну, мы успеем, конечно, тем не менее, до того, как нас вырубят, потому что тренинг стоит 2 часа потолок. А кто не смог написать? Смотрите, если вы не смогли дописать какие-то предложения вот из тех 15, это значит, что у вас там слепое пятно. Слепое пятно – это точка боли. Это когда-то было что-то очень больно по теме, и вы заблокировали себя. Если сначала было несколько слепых пятен, а потом вот мы дальше писали другие упражнения, другие предложения, и вы в течение этого времени вот как-то раз, и, о боже, там же надо вот это дописать. То есть вернулись и дописали, то это значит, что точка боли есть, но вы уже в течение жизнь научила из разряда, несколько раз касались этой точки боли. И то есть какие-то проработки пошли, она вышла на сознание, перестала так болеть, вы вот теперь можете вернуться и дописать. То есть какая-то трансформация уже была этой установки через жизнь. Тем не менее, она все равно была неполной. Что делать с тем, когда вы не смогли вообще дописать? Пока не делать ничего. Искать дальше свои установки, искать дальше, начинать их прорабатывать. И вы увидите, что потом, периодически просмотря этот список, вы спокойно допишете это предложение и поймете, там написано что-то такое, что нужно прорабатывать, или как-то вот там написано, ну, скорее всего, там будет написано что-то такое, что нужно еще будет пойти и проработать. Вот, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, сейчас просто опустите глаза и посмотрите на листочек, который вы исписали. Теперь вы можете сделать выводы, почему в вашей жизни складывается та ситуация с деньгами, которая она складывается на данный момент. Ставьте плюсики так вот, чтобы просто я понимала, что вы вот посмотрели, да, и осознали. Но мы помним, да, что это всего лишь объем работы нашей грязной кухни, которую просто нужно почистить. Но вот как-то, опустив глаза туда, вы осознали вот этот вот объем? Ставьте плюсики, кто осознал. И что осознали, что действительно вот так. Плюсики пошли в чате. Смотрите, скажу вам одну вещь, что если вы проспали все это время, или если вы чувствуете агрессию по отношению ко мне вот так вот прямо, ну, это очень большое сопротивление. Если вы не будете, понимаете как, вот то, что я вам предлагаю сейчас и в дальнейшем, это просто жизнь в осознанности. Это принимать ответственность за свою жизнь, понимать, что никто в этом не виноват, никакие обстоятельства, ни то, что ты родился с одной рукой или с какой-то болезнью, даже неизлечимой. В этих обстоятельствах никто не виноват, ни жизнь, ни Бог, а только ты. И тебе выгодно, тебе зачем-то нужно было родиться именно таким. Если нет... Ольга, вы скиньте мне листочек, если хотите, с 15. Я уверена, что там побольше, просто они, видимо, скрытые и вторичные. И нужно просто немножко помочь вам. К сожалению, это невозможно сделать в рамках одного, ну, просто этого тренинга, но я для вас делаю лично. Вот. То есть, если вы не готовы брать, вот, войти в осознанность и работать в этом направлении, то, пожалуйста, у вас вообще в жизни только будет два варианта. Либо уйти в жертву, либо уйти в чувство вины. То есть периодически вспоминать, что да, вот я же сама не захотела там или что-то. Не надо.
это вот действительно то, что приведет вас еще к худшей жизни и то, что очень тяжело отразится потом на вашем здоровье, на вашем самочувствии. Уходите тогда в позицию жертвы. Обвините меня, что, ну, я не знаю, сидит тут, выпендривается, а сама там ничего не достигла. Или, ну, я не знаю, что-нибудь придумайте. Или просто несет какую-то ересь, которая научно не подтверждена, там, мне нужны научные доказательства, и так далее, и тому подобное. Что-то придумайте. Обвините меня, обвините вообще нашу команду, можете уходить из команды. Ну, понимаете, да? Можете оставаться, быть просто клиентом, делать все, что вы хотите. Главное, не вините себя. Потому что именно это приведет вас к болезням и к очень серьезным дальнейшей деградации жизни. Позиция жертвы нет, скорее всего, все просто останется как есть. Все. Итак, наш вебинар окончен. Повторю домашнее задание. Садимся и пишем свои цели в сфере денег. Что мы хотим? Зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Ну, условно. Иметь-купить новый Lexus. Иметь купить большую квартиру, иметь купить новый мобильник, все сферы, отдать долги, какие долги, сколько денег в долгах отдать, да, построить новый дом, купить много классных нарядов, так далее, так далее. Записываем все свои цели в области денег. В течение недели цели можно добавлять. Это ваш первый список. Второй список. Мы продолжаем делать то, что мы делаем сегодня на вебинаре. Ну, Лена пишет, что вот тут косяк, научное подтверждение точно есть. Конечно же, это все научно обосновано, это чистая психология. Ну, подтвержденная там и так далее. Психология – это наука, признана наукой, ну, в нашем мире. А, соответственно, это значит, что, ну, в общем... Если вам интересно, можете погуглить хотя бы Википедию, почитать, что признается наукой и какие критерии удовлетворяют что-то, чтобы быть признанной наукой. Так вот, психология – это наука. Дальше. А, то есть, да, это научное подтверждение. Итак, список существующих установок на деньги. Что мы делаем? Можно позвонить родителям, пообщаться с друзьями, спросить, что ты думаешь про деньги. Поверьте мне, как минимум половина установок – это будут ваши. Почему? Потому что иначе человек не был бы вам другом. Мы все дружим с теми, у кого у нас есть точки пересечения. Со своим любимым поговорить, или с любимой, с детьми, послушать телек, в общем, и просто походить, подумать. Как еще написать установки на деньги? То есть сначала вы пишете цели. Затем вы пишете вот так вот, везде ходите, собираете установки на деньги. Те, которые вам откликаются. Понимаете, если, сейчас вспомню, какую, нельзя выкидывать мусор вечером, иначе денег не будет. Вот у меня родители живут с такой установкой. Я с детства по ее не приняла, потому что я никак не могла понять, почему. Вот, блин, почему? У меня она вызывала просто недоумение и полное равнодушие. Поэтому это не моя установка, понимаете, вот так вот. Если же мне говорят, что деньги там грязные, например, я думаю, да, это моя установка, я иду ее прорабатывать. Или же, что деньги зло, и я включаюсь и начинаю убеждать, да что там, деньгами можно делать столько добра, трали-вали, это моя установка, просто я ее не принимаю. Пишем это все. Установки из книг, что еще вы можете вспомнить. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем наши цели, начинаем с цели номер один, зарабатывать, как писать сумму. Не пишите сумму больше, чем в 10 раз того, что вы зарабатываете сейчас, потому что это для вас, вашей пока психики, нереально. Если вы зарабатываете 40 тысяч рублей в месяц, максимум, что вы можете написать, это 400 тысяч. Если вы смотрите на эту сумму и считаете, что это нереально, пишите 100 тысяч, пишите 80 тысяч, пишите то, что вы считаете реальным для вас, вот чтобы оно раз случилось, и вы можете зарабатывать. В принципе, если сложится по-другому ситуация, там трали-вали, понимаете,
то, что для вас реально. Пишем эту цель. Дальше идем вопрос «Зачем?» и начинаем, да, там, «Зачем мне выгодно не зарабатывать 80 тысяч рублей в месяц?» И вот у нас там было три вопроса со словом «Зачем?». Мы их все так задаем, потому что они все немножечко с другой стороны позволяют посмотреть на это, на нашу установку. И затем мы идем «Зато». Я не зарабатываю 80 тысяч, зато. И пишем. И, естественно, потом все, что мы написали, мы переделываем по большому счету, что если я буду зарабатывать 80 тысяч рублей в месяц, то случится следующее. И переписываем так все свои цели и находим еще установки. Поверьте мне, у вас к следующему четвергу должен быть большой список установок. И поверьте мне, чем больше, тем лучше. Потому что, во-первых, напрягшись один раз, во-первых, у вас есть все равно определенный объем работы. Найдете вы весь сейчас, положите его себе на стол и начнете методично прорабатывать. Или же вы ввиду других своих психологических установок на другие темы скажете: «О боже, нет-нет, у меня вот есть только вот эти 10, то, ну, а жизнь не так сильно поменяется, да, и б, грязная кухня никуда не делась. Вы просто слегка приоткрыли дверь, почистили примерно, куда падает свет, и как бы все. Ну, объем-то этот никуда не делся. Для меня, ну, я всегда исхожу в этой жизни с позиции действовать. Соответственно, мы берем, мы видим объем. И, кстати, когда ты видишь объем, ты понимаешь, что да, он большой, но он, ну, фактически конечный. Ну, и мы начинаем делать. Конечно же, потом будут всплывать еще и еще. Но это уже будет не то количество, которое ваш вот основной объем ваших установок. И так, значит, первое задание у нас. Пишем цели. Второе задание. Мы выписываем установки сначала просто так. Потом установки по целям прорабатываем. Каждую цель свою, да? И третье задание. Мы смотрим два вебинара, которые я ссылки на которые я выложу в нашем командном чате. И смотрим их просто для того, потому что там вам разжуют очень подробно и очень тщательно и основательно то, что я вам объяснила очень кратко. Разжуют так, что вы еще вспомните еще кучу установок и запишите после этого. Скажу даже вам, для, как сказать, того, чтобы вас мотивировать, что одну из частей этого вебинара я смотрела два раза. Потому что первый раз я слушала в общем, а второй раз я слушала, чтобы вычленить свои установки. Поэтому это... И, кстати, мне... Ну, я не буду говорить, какое отношение у меня было к этому спикеру, но никогда не позволяйте личности спикера затмить то, для вас то, что он говорит. Работайте с информацией, вычленяйте ту информацию, которая вам нужна. Без разницы, кто ее доносит, будь то ваш враг, ваш друг, не знаю, там, неважно кто, тот же там Путин, относитесь вы к нему, например, хорошо или плохо, неважно, работайте с информацией, потому что все остальное, ну, потому что только информация, которая у вас в голове, может изменить вашу жизнь, вот и все, ну, и плюс ваши усилия. Все, вроде бы все сказала, на этом я прощаюсь. Для тех, кто смотрит нашу запись в Ютубе, друзья мои, у нас шикарная команда. Это у нас есть открытый вебинар, который вы можете видеть по бизнесу в открытом доступе. У нас есть, моя команда не даст мне соврать, ряд закрытых вебинаров, которые я провожу только для своей команды, в том числе на деньги и на разное развитие. Потому что действительно... Ну, если поставить рядом... Ну, ладно, многие со мной не согласятся, не будем открывать дискуссию. У нас осталось 4 минуты. В общем, вступайте в нашу команду, интересуйтесь, чем мы занимаемся. Поверьте мне, у нас... Я не скажу, что вторая семья, мы слишком все разные. Но мы прям сила, и это чувствуется. И в нашем чате, и в нашей работе, и в росте нашего бизнеса. И нам не стыдно за наш бизнес. Мы гордимся им, и мы гордимся тем, что мы вместе. И, может быть, вы захотите быть одним из нас, и не одним из нас, а вместе с нами, двигаться к успеху и к богатству.
взращивать в душе счастье, потому что оно не зависит от внешних обстоятельств. Оно только у нас в душе. И иметь надежных друзей, разбросанных по всему миру, членов нашей команды. Присоединяйтесь к нам. Да, вот у нас в чате пишут, что у нас клевая команда. Это правда. Может быть, мы ждем именно вас. Все, ссылки на все, что нужно, вы найдете в описании чата. Ссылки на вот двух спикеров я, к сожалению, те, кто слушает нас в записи, вам не дам. Это только для моей команды, опять-таки, по причине авторских прав. Все, всех люблю, всем пока, до скорых встреч!